Доброе утро! Вы смотрите канал Форекс Новостей Инстафорекс ТВ. Я Ольга Витковская. Подробнее о последних новостях. Вчерашний день отмечен восходящим трендом для единой европейской валюты. По отношению к американскому доллару евро подорожал на 70 пунктов, поднявшись к отметке в 1 доллар 30,1 цента США за 1 евро. Спрос на единую валюту вырос в связи с публикацией отчета немецкого института ЗЕВ относительно доверия предпринимателей к крупнейшей экономике Европы Германии. Согласно предоставленной информации, ожидания инвесторов выросли с отметки минус 15,7 до уровня 6,9 пункта, превысив ожидания аналитиков минус 11,5 пунктов. Одной из причин оптимизма является малая вероятность погружения экономики страны в рецессию, несмотря на замедление темпов экономического роста. Единственной угрозой стабильности может стать обострение долгового кризиса в еврозоне. Однако отчет ЗЕВ оказался не единственным поводом для оптимизма инвесторов. Итоги аукциона испанских облигаций со сроком погашения 12 месяцев показали, что Мадриду удалось привлечь средств больше, чем планировалось – 3,89 миллиарда евро против ожидаемых 3,5 миллиардов. Вы смотрели новости от компании Instaforex. Хорошего дня, до свидания.